Всем привет! В июне приезжают две семьи, и мы сейчас будем смотреть для них апартаменты. Да, моя жена пират. Тогда дверку открывай. Нам нужна 10-я и 12-я квартира. В принципе... Иди вперед. Сейчас, надо найти дверь. А я буду твой бэк снимать. Так, 6-я. Получается, 3-й этаж. Если ребятам понравятся эти квартиры, они, получается, будут жить на одной лестничной клетке. Какие ребята? Которые, они даже будут соседи. Соседи, ребята, вы соседи. Вот 10-я квартира. Ща, подожди. Вот 12-я. А где ты номер увидел? Вот, 10-я. Номер здесь, а? И вот 12-я квартира. Соседняя дверь. Будете делить интернет пополам. Давайте начнем 10-й. Let's go. То есть хозяин, он как бы решил, объяснил нам, что квартира открыта, поэтому мы будем только вдвоем. Вот living room. Мы будем только вдвоем, на этом поподробнее попрошу. Заходи, living room. В принципе, неплохо, чисто все. Карпет отпылесошенный и отутюженный. Стеночки выгружены. Потолочки низенькие по сравнению с нашим апартментом. Да, немножко низенький свет. Мне сразу хочется обувь снять по привычке. Ну да, мы вообще-то снимаем обувь. А, смотри, какая здесь лоджия. О, вот она, кровать. Давай я тут... Что-то свет горит. Вот мы это да. Расскажем про линкру. Лоджия больше, чем у нас. Открывается одинаково. Ну, в общем, такой вид. Не, лоджия, смотри, она в два раза шире, чем наша. Да, примерно 2 метра. Будем эти попугаями мерить или удавами? Да не знаю, ну, в принципе, поставить сюда... Да, если положить Сашу, то 2 раза он вместится. Вот так вот раз и вот так вот 2. Ну, сейчас, раз. Ну, где-то 4 метра лоджия и, наверное, 1.20 метра. На 2. Какие здесь жить можно летом? Вот. В принципе, чистенько. Здесь вот кухня. Моя обувь там видна. Сейчас до кухни дойдем. Я тут вид с балкона. Видок сниму с балкона. Вот тут можно тачечку парковать. Вот и газончик можно выгуливать собачечку тут-то. Дитё тут может бегать. Вот там дорожка, но дорожка отгорожена какой-то лесополосой. Не будет досаждать. Вот соседняя лоджия, такая же шикарная. Вот он вход. Лампочка есть на балконе. А комнатка пониже, поменьше, чем наша living room. Да, one bedroom получается. Вот кухня. То есть, что здесь есть? Шкафы, плита. Вот можно сюда что-нибудь класть. Ну да, то есть кладовка маленькая. Это для одежды, что ли, шкаф? Здесь есть даже крючки, можно вешать какие-то. Одежный? Вещи. Одежный шкаф? Можно использовать по-разному ее. Можно тут халат фартук вешать, чтобы что-то какие-то полочки. Это нормально еще. Вот. И замельчите пищевых отходов. Шкафчики. Для мойки посуды. Это называется посудомоечная машина. Да, посудомоечная машина. Холодильник. Допотопный. Ну да, холодильник, конечно, не мягкий. Отмыть его надо, что ли? Или он уже не отмываемый? Ну, я не знаю, но чтобы работал, наверное. Он работает, но... Слишком он какой-то прапрадедушкин. Так, пойдемте дальше. А это что такое? Гнездо для телефона?
Я вот эти шкафчики еще не сняла. Плита вот. Где? Какой шкаф? Спальня. Комнатка такая. Небольшая для на одну семью. Одну на кроватку. На одну кроватку. Зато просторный стенной шкаф. Там здесь есть такой коридорчик маленький. Вот здесь вот вы. Вот здесь регулируется температура. Это вот. Тот, типа у нас? Да, что? Да, вот этот кондиционер, вот печка. Кондиционер это кул? Да, хит это печка. Хит, а, ну у меня не четко видно. И чего-то еще. Вот. Фан он. Здесь еще маленькая кладовочка. Да. Можно куртку повесить там. Или швабру поставить. Здесь это для. То есть. Подсобное помещение. То есть это сюда, называется да. Газовое отопление. Да. И вот туалет с вами. Туалетик совмещенный. Работает вытяжка. Пойдемте в другую комнату. А это? Тут что? А, мы здесь показали уже. И еще назван. А здесь показывали? Вот еще одна. Ух ты, это один и тот же шкаф? Другой шкаф. Тут два шкафа рядышком. Один со стороны кухни, а, один да, со стороны да. прихожей. Тут шкафов получается раз, два, три, четыре. Так, это был номер 10. 12. Здесь немножко другая планировка. Окей. Какой-то небольшой коридорчик. Первое, что мы видим, это... Шкаф. Шкафчик. Здесь стенные шкафы, это модно. Это сюда можно куртки повесить да. и обувь поставить на полочку. Вот. Вот она комната. То есть это living room. А, в принципе, сетку. Это такой же балкон. Да, тут, в принципе, карпет чистят, а окна мыть самостоятельно надо. Вид на точно такие же тютелька в тютельку апартаменты. И, в принципе, тихий дворик, единственное, это дорога рядом. Кухня здесь посветлее. И поновее холодильник? Нет, точно такой же. Нет, холодильник новый. Новый? Ух ты, холодильничек. Мечта хозяйки. То есть холодильник новый. Кстати, работает. А выключи его, зачем? Выключи его. Нет, надо закрыть его. Он же пустой. Вот. Зачем это работает? Машина. Раковина. Раковина. Погоди. Раковина тоже выглядит как новая. Ну, свежая вполне. Да, просто отмытая. Здесь тоже есть маленький шкаф. Пантри. Да. Шкафы, шкафы, шкафы. Плита. Плита. Вот такая вот, спиральная. Все здесь, все управление.
свет, все это есть. Свет есть. Вытяжка тоже есть. Вытяжка, я ее показываю. Вот. Это кухня. Вот это как бы спальня. Спальня, да. Получается. То есть она по размерам такая же, как та. Ну да. Меньше, чем у нас. Меньше. Угу. Но планировка какая-то квартира немножко другая. То есть, в принципе, то же самое. Стеной шкаф просторный. Угу. Где можно жить. Вот здесь вот то же самое, что мы видели в той квартире, то есть когда можно включать обогрев квартиры, то есть. Тут здесь еще тоже есть похожие. Красиво, много лампочек, блестит. Еще одно пантри. Ну, в общем, вот такие квартиры. Две. Свет не забыли выключить. Так что вот вы можете выбрать, какую сумму. Ежемесячный платеж чисто за квартиру 525 долларов. Это, в принципе, недорого. Плюс $50 за электричество, да? Ну да, там коммунальные услуги, это уже когда вы будете подписывать контракт, что конкретно вам предложат. То есть оплату электричества, оплату газа, оплату воды. Wi-Fi можно подключать напополам с соседями, чтобы да, дешевле. Да, кстати, если вы будете две семьи из России, я думаю, что вы сможете Wi-Fi подключить вообще вполне без проблем на двоих. Вот. Ну, такие две квартиры. А здесь остальные заняты? Да, остальные заняты. Здесь везде живут соседи. На площадке 5 дверей. 5 дверей. Пойдем спустимся, покажем ландри. Ландри находится внизу. Оно же и шелтер, которое убежище на случай торнадо. Тут, это был третий этаж, это второй этаж. Еще ниже. То есть здесь вот, куда приходит почта. Почтовые ящики. Да. И желтые странички. А вы видите гаражи, их тоже можно снять. Эти гаражи. Сколько стоит? Да, стоит $55 в месяц. А вот. Можно так тачку поставить? Можно так тачку поставить. Экономно. Экономный вариант. It's a dark, cold world out there. There's a time to live and a time for a man to die. Dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. When you go to the old saloon at the dead south end, gonna find you a man there wants to be your friend. Saw a man that died on the end
третьем этаже. Лучше, конечно, жить на третьем, чем на первом. Мне так кажется.